Сергей Лавров в Нур-Султане. Там прошли переговоры глав двух дипломатических ведомств. Министр в Казахстане с рабочей поездкой. Он завершает турне по странам Азии. О чем после встречи министра рассказали журналистам, нам объяснит наш специальный корреспондент Елизавета Храмцова. Она сейчас на прямой связи. Елизавета, здравствуйте. О чем сообщили участники переговоров? Здравствуйте, Екатерина. Россия рассчитывает нарастить авиасообщение с Казахстаном с учетом эпидемиологической обстановки. Готовится 17-й форум межрегионального сотрудничества. Казахстанские студенты возвращаются в российские вузы для того, чтобы продолжить обучение в очной форме. Об этих и других вопросах стратегического партнерства Москвы и Нур-Султана сегодня говорят здесь, в столице Казахстана, Сергей Лавров и его коллега, вице-премьер и министр иностранных дел Казахстана. Уже провели сегодня переговоры, обсуждали в том числе совместное использование и производство вакцины «Спутник Ви». Она, я напомню, выпускается на Карагандинском заводе. В том числе и говорили о том, что ЕАЭС нужна общая сертификация о вакцинации, которая в то же время не будет нарушать свободу передвижения. Так много времени занимает процесс одобрения вакцины «Спутник Ви» Европейским агентством по лекарственным средствам, но уже, вы видите, вызывает недовольство и в Европе, и в Словакии. Вице-премьер говорил об этом, и в Венгрии идет такой разговор, в Италии, во многих других странах. Мы хотим только одного, чтобы все человечество объединилось в борьбе с этим злом. Объявляя о том, что мы создали первую в мире вакцину в августе прошлого года, президент Путин сразу же сказал, что мы всех приглашаем к широкому международному сотрудничеству. Ни о какой войне вакцин речи быть не могло. На Карагандинском фармацевтическом комплексе мы наладили уже производство. Ведется поставка субстанции спутника на этот комплекс. И мы производим вакцину «Спутник» у себя для того, чтобы привить наше население. Понятно, что вопрос с регистрацией, он сейчас не стоит в том традиционном понятии, то есть сейчас многие страны используют временную регистрацию с тем, чтобы ускорить и, значит, скорее вакцинировать свое население, обезопасить от распространения эпидемии. Поэтому мы наше сотрудничество с российской стороной продолжим. Прозвучало сегодня несколько заявлений на глобальные темы. Так Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг договора об открытом небе. Он напомнил, что Москва ждет гарантий от европейских партнеров, их обязательства о том, что они не будут передавать те данные, которые в рамках этого соглашения собираются над российским небом американским партнерам. Кроме того, Москва ждет уточнения от Вашингтона, их позиции по договору об открытом небе. Ну, кроме того, сегодня звучала и тема санкций, которые, возможно, очередной пакет готовит Вашингтон. А также Сергей Лавров прокомментировал сообщение о том, что Белый дом готовится назначить спецпосланника, который будет заниматься тем, чтобы остановить окончание строительства Северного потока 2. И вот по словам главы российского внешнего политического ведомства, видимо, этот чиновник будет ездить и всем грозить. Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах. Даже такая, в общем-то, про-вашингтонская структура, как Атлантический совет, неправительственная организация, уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России, тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники, ни надежные партнеры. И в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра. Я отмечу, что визит Сергея Лаврова в Нур-Султан продолжается. Сегодня в программе рабочего дня главы российского внешнеполитического ведомства встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Екатерина.
Елизавета, спасибо. О результатах переговоров главы МИДа Сергея Лаврова в Казахстане рассказала наш специальный корреспондент Елизавета Храмцова.